Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем влог про детскую. Покажу вам покупки мебели и всяких нужностей к школе. Итак, поехали. Обещала девочка в Телеграм сделать обзор стола. Мы заказали его на Вайлдберрис. Я последний забрала белый, нашла его за 2500. Кому нужно, ссылку скину, но белых, по-моему, уже нет. Остались только вот такого цвета, только потемнее, бежевый. И венга. Стульчик у нас Кузя венга, и так как он нам уже не подходит, у нас все светленькое, мы заказали белый стул Кузя. Он пришел, сейчас все покажу, будем его собирать. По столу он очень удобный, то есть стул Кузя туда хорошо входит, место для стульчика, как бы все нормально. Почему именно Кузю выбрали, девчонки? Потому что мы на этом стуле почти 2 года, и он идеальный. И ему ничего, и он крепкий, я на нем сижу, все отлично. Мы поднимали потихоньку подставку для ног и сиденье Ксюши, да, она росла, регулировали, чтобы все было правильно, и все. Он прекрасный, он офигенный, он удобный. Вот именно вот этот вот растущий стул Кузи. Я за другие отвечать не могу, потому что на другие стулья, я знаю, девочки жаловались, что не совсем удобно, не совсем комфортно и так далее. Здесь все правильно. И осанка правильная, когда она сидит, занимается. И ноги правильно стоят. В общем, меня он устраивает полностью. Он верой и славой вообще послужил. И еще, скорее всего, послужит. Мы его сейчас пока разберем, соберем белый, а потом, может быть, закажем еще один такой белый. Вот этот не знаю, куда день. Но, в общем, придумаю. У меня была мысль его перекрасить в белый цвет, да, и оставить, потому что, ну, он обалденный. Так, сейчас я буду вам рассказывать пока про стол. Вот с игрушками мы убрали в зал, и рядом со столом здесь вот такая вот тема. Матрасик и подушечки. Здесь крестюшка валяется. В общем, им тут нравится. Шкаф я, по-моему, на Ютубе не показывала. Я показывала девчонкам. Мы его поклеили самоклейкой под цвет кровати. Вот так он теперь выглядит. Тут кроватка у нас. Как бы все отличненько. А на пол я все-таки думаю ковролин, потому что Ксюша вот постелила плед поверх коврика детского, да, ей хочется ходить вот по такому мягенькому, теплому. Поэтому я думаю ковролин купить безвор своего вот такого вот цвета. Мне кажется, будет красиво. Так, стол. У нас сюда и компьютер влез, и заниматься ей будет удобно. Очень здорово. Стол классный. За 2500, я считаю, это вообще находка. У нас и процессор туда влез. Поэтому мы все теперь спрятали. У нас единственное, что на подоконнике остался принтер. Вот. А так, как бы все нормально. Есть место, где заниматься, карандаши и всего полно. Здесь 2 ящика. Вот так они выглядят. Тут пока лежит у Ксюши всякий хлам. К школе разберемся, положим в один учебник, в другой тетрадки. Здесь у нее бисер, все дела. Ящики без ручек, но они... вот здесь расстояние специально задумано, да, чтобы было удобно открывать их. Вот такие ящики. Вот здесь очень большой отсек под процессор, поэтому влезет любой. И по высоте, и по ширине. То есть все как бы в этом плане отлично. Ничего лишнего. Нет под клавиатуру выдвижной полки, но можно ее сделать, а в принципе она и не нужна. Беленький, красивый. Все комплектующие были на месте. Проверяла на момент сколов, когда забирала. Все нормально было. Был где-то совсем маленький, незначительный такой, но притираться не стал, потому что он был последний. На Озоне он был, когда я его заказывала, 300, а на Вайлдберрис 2500. Ну, такой вот прикольный. Лаконичный столик. Смотрела по отзывам фотки у девчонок, у кого 2 детей, близнецы, если крестюшки потом будем покупать, можно такой же. Они вот так 2 рядышком стоят, ну или в этом углу, потому что между ними все-таки будет расстояние. Слава богу, место позволяет, да? О, 2 стола вот так стоят рядышком, 2 одинаковых стульчика, все очень красиво, все очень здорово, как бы... Вот так. А что хотела еще показать? Сейчас по стульчику будем белый собирать. Вот так выглядит стульчик в упаковке. Друг Кузя, сейчас будем открывать. Все детали вот так упакованы, переложены хорошо. И еще огромное количество пенопласта. Мы его быстрее спрятали от Костюши. Вот все детальки прям упакованы классно. Пласт уже весь в коробку обратно засунули. Вот в комплекте еще книжечка подробная. Со сборкой, про уход и так далее. Как правильно должен сидеть ребенок. На это нужно обращать внимание, когда ставишь, да, подножку и вот эту вот штуку регулировать. Вот. Все подробненько. Цветная книжечка. Здорово вообще. Детальки. Наклеечки вот эти, чтобы не повредить. Мы в прошлый раз, кстати, их так и не наклеили. А все хорошо, но лучше наклеить. Они такие тоненькие, где детальки круглые вот там по бокам прилагаются... прилагает к стулу, там вот нужно вот эти наклейки клеить.
Сейчас по старому стулу, пока не разобрали, замеряем сразу, на какое деление нам ставить. Вот сейчас она сидит правильно, то есть поставь ноги ровно. Градус в коленях 90 градусов, да, должен быть. Спинка ровная, все как бы отлично. Вот так, да, вот так оно должно быть. Мы недавно как раз на этом стуле поднимали, регулировали все. Вот, так что мы сейчас замеряем здесь у нас на какой высоте, чтобы поставить на новом стульчике, да? Рада? Зато мне запах нравится. Будет два стула, вот это будет уже хорошо. Такие наклеечки. И вот так под отверстие мы их клеим. Такие как силиконовые. А мне вот со стула не снимается. Вот собрали. Он, кстати, еще быстрее собирается. Немножко отличается от первого стула. Но в целом суть одна. Так, сидит правильно, еще локти должны быть на столе, как бы, когда ребенок сидит за столом. У нас в этом плане все хорошо. В инструкции, в книжечке, кстати, все указано, как правильно собрать подножку, сиденье и спинку, чтобы ребенку было комфортно, да, чтобы он сидел правильно. Класс, 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 класс. Просто супер. Скажите нам что-нибудь. Это пошла-то. Заглушечки еще кто будет одевать для эстетического вида? Давай, беленькие. Да. А вот. Какую сторону включать? В любую, просто их чпок и одевай, чтобы не видно было. Вот, красота. Ты хочешь, начала разбирать, говорит, не буду разбирать, так красиво, когда один светлый, другой темный, уже спинку вытащила. Нет, говорит, дальше не буду разбирать. Так очень красиво. Кстати, подходит от 6 месяцев до 16 лет. То есть нам крестюшки можно было бы тоже. И там есть, можно заказать и мягкие накладочки на спинку, на сиденье. Можно заказать столик вперед для малыша. То есть, ну, у нас есть уже стул для кормления, поэтому мы его пока разберем и оставим. Глянь, она собирает. Прекрати! Мы его будем разбирать все равно, нам пока некуда его ставить. Нет. Поставь свой белый стульчик пока к столу, и мы посмотрим, как красиво смотрится. Двинули. Вот теперь прекрасно, все просто замечательно. А гарантия, кстати, у стула 3 года. Вообще, то есть вечность. Вот ребенок сидит ровно. И локти, кстати, да, вот они на уровне стола. То есть все правильно. Все замечательно. Классно? Красота? Стул называется павлин. То есть они все называются у Кузи павлин. Стульчик павлина. Есть рассрочка. Поэтому как бы можно взять там вообще копейки в месяц. Разные расцветки абсолютно. То есть можно подобрать под любой интерьер, под любую комнату. Красота? Да. Да, и тебе нравится? Конечно. Покупок в школе девчонкам в Телеграм тоже уже показывала. Мы купили новый рюкзак, потому что Ксюшка больше не хочет ходить с детским. Вот такой вот классный, красивый, класснючий. Спинка, несмотря ни на то, что он дешевый, за 1600, по-моему, где-то я его взяла. Забыла, девчонки, Озон или Вайлдберрис, если надо, посмотрю. Потому что сейчас уже в августе все однозначно подорожает. Да, я предоставила ей на выбор, более дорогие, она выбрала этот. Хорошо, что здесь есть уже замочек. Ручки тоже мягкие, как бы все отлично. За такую цену я такого качества сейчас не ожидала. Так, вот, кому интересна марка, мы еще этикетку специально пока не отрывали. И здесь огромное количество кармашков. Здесь два наружных, вот так вот, для бутылочки воды. Один здесь внутри что-то такое, ключики положить, еще что-то, да. Два здесь отсека на молнии. У нас тут, наверное, дневник лежит. Все, что потихоньку покупаем, говорю, складываю пока в рюкзак. Внутри он вот такой, правда, синий. Во всех расцветках, я так поняла, это фишка этой марки. Так, дальше. Что у нас в первом отсеке? Здесь огромное количество отделений. Так, тут у нас бутылка, это мы, по-моему, фикси взяли, тоже сиреневую, ей захотелось с собой в школу брать под цвет рюкзака. И фишка бутылки в чем? Здесь широкое горлышко, но пить удобно, потому что стоит вот такой ограничитель. Так, поехали дальше. Дальше у нас тут лежит дневник в большом кармане. Вот тут большой карман, здесь большой, чуть поменьше. И вот такие вот малыши, и один, причем сетчатый, на молнии. В общем, их тут полно, этих карманов. И вот эта вот веревочка, я не поняла, зачем для второй обуви, для мешка таскать. Она внутри, вот эта вот веревочка. Для чего, кто знает? Девчонки, расскажите, у нас в прошлом рюкзаке не было. Дневник тоже взяли крутой, по-моему, на Озон, если я не ошибаюсь. Мягкий. Он мягкий и вот такой вот красивый голографический, классный, со шпорами в конце, но таблицу умножения нет, которую мы искали. Да, а так тут есть всякие такие шпаргалочки. В общем, он для старших классов тоже подойдет. Решили взять такой красивый, у него еще закладка есть.
Так, и второй карман я расстегнула тут. Просто все, тут уже никаких кармашков в нем нету. Второй отсек. А в первом здесь их прям много-много-много. Вот такая красота. Классных и нужных покупок еще. Наконец-то я дошла до покупки электрической точилки, но не электрической, механической, для карандашей. Почему выбрала именно такой? Были отзывы на другие хорошие, но там такие лапки вверху отодвигаешь, вставляешь карандаш, фиксируешь, потом крутишь. Мне показалось, для ребенка это каким-то замороченным, поэтому взяла вот такой. Она стоит всего лишь 200 рублей. Вот видите, у нас все карандаши острые теперь. И карандаш просто вставляется, ты его вставил и крутишь, и все. И никаких заморочек здесь нет. Огромный контейнер. Он огромный прям на всю вот так вот глубину точилки. Так что прикольная тоже вещь. Вообще такую расцветочку взяли, тоже подходящую под детскую. Ну, на этом влог про детскую буду заканчивать. Надеюсь, он был вам интересен и полезен. Ссылочку на стульчик Кузя оставляю на сайт под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Мы с этим стулом уже жили 2 года, поэтому качество гарантированное.